Друзья, приветствую всех вас на этом канале, с вами Александр Никулин. И сегодня буду делать основание или рамку под зеркало. Сама основа будет склеена из разных пород дерева: дуб, бук, липа. Ну и заодно решил провести один эксперимент со светодиодной лентой. Думаю, готовое изделие прикольно будет смотреться. Идея со светодиодами не моя, недавно посмотрел видео одного мастера на ютубе. Он там делал что-то вроде подсветки или светильника в виде зеркального куба. И вот накануне разбирал хлам и наткнулся на зеркало. Вспомнил, то видел. Сначала подумал соорудить журнальный столик, но для этого изделия необходимо толстое стекло, хотя бы 6 мм. А у меня такого не оказалось. А четверка — слишком хлипкое стекло, решил соорудить зеркало. Ну и еще для этого проекта, помимо зеркала и стекла одинаковых размеров, понадобится рама, которую в данный момент пытаюсь соорудить, светодиодная лента и зеркальная пленка, которую приобрел в автомагазине. Если образно выразиться о этом бутерброде в виде разных пород дерева, в нем присутствует материал дуб. Обычно при пилении происходят сколы, в основном на этой породе дерева. Для этого с обратной стороны приклеиваю монтажный скотч. Поверьте, от сколов хорошо помогает. Прежде чем клеить пленку на стекло, для начала необходимо стекло хорошо промыть и избавиться от жировых пятен. И это важно. В общем-то, в инструкции все подробно описано. При установке светодиодной ленты, хоть и на обратной стороне липкая субстанция, лучше всего ее дополнительно зафиксировать клеем, чтобы от нагрева светодиодов в дальнейшем лента не отвалилась. В общем, поленился, надо было ленту намотать на катушку, потом разматывать. Теперь вот распутывать приходится, а клей уже сохнет. Итак, после того, как установил светодиодную ленту, стекло устанавливаю лицевой стороной наружу, а значит наклеенная пленка будет смотреть вовнутрь. Главное не перепутать. Ну что, друзья, изделие готово. Выключаю свет и смотрим, что я тут наделал. В светодиодной ленте в комплекте идет пульт. Честно скажу, в нем я еще не разобрался, инструкции на китайском, но поклацав по кнопкам понял, что меняются цвета, скорость мигания, накал светодиодиков, и можно пустить визуализацию бегающих ламп по кругу. Ну и я бы сказал, что даже при включенном свете эффект довольно неплохо смотрится. Камерой, конечно, глубину цвета невозможно передать. Эффект смотрится как переход в параллельный мир. Ну что, друзья, на сегодня все. Всем желаю счастья, здоровья и удачи. Ну и, как говорится, до новых встреч.